Сегодня в Шымкенте судебной коллегией по уголовным делам оглашено постановление по делу ОПГ, которое создали полицейские начальники. Приговор оставлен без изменений. Интересно, что нескольких бывших полицейских освободили в зале суда, поскольку наказание они уже отбыли. Преступную группу раскрыли в 2016 году. Следствие выяснило, что экс-полицейские незаконно зарегистрировали 353 автомобиля и выдали 144 водительских удостоверения. Машины они покупали за границей, там же разбирали их на запчасти. В Казахстан же завозили уже детали. Здесь машины собирали, готовили на них поддельные документы и продавали. Ущерб государству оценили в 2 миллиарда 700 тысяч тенге. Суд приговорил их к различным срокам. И вот пока шло разбирательство, четверо экс-полицейских и один из гражданских участников ОПГ успели фактически отсидеть сроки, назначенные судом первой инстанции. Поэтому их отпустили на свободу. Были внесены изменения в этой части, в той части, что если вот под стражей человек находится в этом следственном изоляторе, они один день считается, засчитывается два дня. Два дня вот они были осуждены минимальной безопасности в учреждениях отбывания минимальной безопасности, поэтому и были защищены, получается, они посчитали, что они отбыты.